Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Приятно. Да, очень приятно. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, приятно. Крым снова встречает гостей с материка. На торжества 10-го юбилейного международного фестиваля «Великое русское слово» на полуостров приехала Валентина Матвиенко. Она посетила одно из памятных мест республики в Симферопольском районе – мемориальный комплекс «Концлагерь Красный». Валентине Ивановне напомнили историю крымской оккупации, в частности, рассказали о фабрике смерти и даже разрешили ударить в колокол, этим самым почтить память погибших в концлагере в годы войны. Председатель Верхней палаты парламента России прошлась по территории мемориала, посмотрела экспонаты музея, которые связаны с событиями Великой Отечественной. В память о погибших, замученных до смерти жителях, гостья возложила цветы к вечному огню. Анастасия Калугина, служба новостей ИТВ.